Ребята, посмотрите, кто это там бежит? Ребята, дело в том, что олени Санта-Клауса потерялись у нас в кургане. И для того, чтобы их найти, надо ответить на несколько вопросов. Are you ready? Тогда вопрос номер один. От кого Санта-Клаус получил свое имя? От Деда Мороза, от Микки Мауса или от Святого Николая? Правильный ответ – от Святого Николая. Сент Николаус. Святой Николай помогал детям из бедных семей и дарил им подарки. Отлично! Мы нашли первого оленя. Вопрос номер два. Когда родился Санта-Клаус? Давным-давно? 100 лет назад? 1000 лет назад? В паспорте Санта-Клауса написано «давным-давно», так как никто до сих пор не знает, где и когда он родился. Санта, мы нашли второго оленя! Супер! Вопрос номер три. Как Санта-Клаус проникает в дом на Рождество? Через окно, через дымоход или через подвал? Правильный ответ – через дымоход. Вопрос номер четыре. В какой стране находится рождественская резиденция Санта-Клауса? Финляндия, Гренландия, Ирландия. Резиденция Санта-Клауса находится в Финляндии. Вопрос номер пять. Как называется Дед Мороз в Финляндии? Бабо Натале, Йеллоу Пуки или Папа Ноэль? Правильный ответ – Yellow Pookie, что в переводе означает «рождественский козлик». Санта, 5 оленей уже ждут тебя у входа. Идем искать шестого. Yes, yes. Вопрос номер 6. Кто помогает Санта-Клаусу упаковывать подарки? Снеговики, олени или же эльфы? Правильный ответ – эльфы. А теперь седьмой вопрос. Сколько оленей в упряжке Санты? 7, 8 или 9? Правильный ответ. 9? А где же 9? Как зовут 9-го оленя Санты? Адольф, Рудольф или Альфонс? Правильный ответ. Рудольф. Чем отличается Рудольф от других оленей? Золотыми рогами, серебряным копытцем или красным носом? Правильный ответ – красным носом. Он светится и освещает дорогу. Ну что ж, всех оленей мы нашли, они уже ждут тебя, Санта-Клаус. Ты можешь отправляться и поздравлять ребят. Merry Christmas! And a Happy New Year!